Всем привет, вы на канале SuperKit. Сегодня на обзоре Winchester от Seagate на 2 терабайта. Этот жесткий диск 3,5 дюйма, так называемый компьютерный вариант. Продавался он в обычном антистатическом пакете. На этикетке можно увидеть некоторую базовую информацию об устройстве. Однако у Seagate этикетка не очень информативна. Можно лишь выделить, что винт произведен в Таиланде, а также серийный номер, номер партии, версию прошивки и дату производства. Поэтому за более полной информацией обращусь к сайту. На официальном сайте можно почитать за любую модель от производителя, легко найдя эту информацию с помощью простой навигации. Так, выбрав обговариваемую модель, получаем недостающие данные, по которым мы и оцениваем возможности Винчестера. У него 7200 оборотов в минуту, кэш 256 МБ, заявленная максимальная скорость 220 МБ в секунду. Технология записи SMR. Это так называемая черепичная запись. Тут стоит сказать, что почему-то у некоторых это вызывает отторжение. Мне лично не ясно. Те, кто приходят с комментариями в видео о винчестерах, только жалуются. А в статьях я видел лишь отметки, что это может привести к уменьшению скорости работы. Но никакой конкретики при этом нет. А точнее, процент уменьшения скорости не указано. Ведь даже если это так, а уменьшение скорости было 10%, то я в этом не вижу проблемы вообще. Для бытового использования скорости винчестера давным-давно более чем достаточно. А если вам мало этой скорости, то снижение на 10% роли не сыграет. И ваш удел – переход на SSD. При этом пользователи в ситуации с жесткими дисками оказываются в выигрыше. Такие винчестеры банально более емкие и более дешевые. Также я бы подчеркнул инфу о ресурсе накопителя. Ожидается, что использовать вы будете его не более 2400 часов в год. В году 8760 часов, то есть использование в среднем не должно превышать 6 часов 35 минут в сутки. Хотите дольше использовать, покупайте более промышленные варианты. Для большинства людей не вижу смысла обращать на данный параметр внимание, так как учитывая работу, сон, еду, отдых, у вас дольше и не получится держать включенным комп. Когда-то я снял видео о том, насколько хватает ресурса SSD, так вот, у винчестера этот показатель также присутствует. Производитель считает, что данный винчестер не должен ловить на себе трафика больше, чем 55 терабайт в год. Однако, опять же, это практически непреодолимый показатель для 99% людей, а поэтому я бы и на него не обращал бы внимания. Просто знайте, что такой параметр существует. Еще в данной таблице характеристик указаны рабочие температуры и температуры хранения, размеры, вес и допустимые отклонения в напряжении, также потребляемая мощность. Пролистывая дальше, можно увидеть, что у харда один диск и две головки. В дополнении, правда, на стороннем ресурсе я нашел информацию о скорости чтения кэша. Данная величина составляет 480 МБ в секунду. На сайте также представлен общий набор программ и утилит для работы с дисками под разные операционные системы. Но для данной модели там нет ничего полезного. Все характеристики можно узнать из стандартных программ типа Victory или Crystal Disk Info, а оценить скорость работы в HDTune и Crystal Disk Market. Пожалуй, достаточно теории. Все, кто хочет почитать неназванные мною маловажные параметры, можете нажать на паузу и сделать это. Теперь оценим скорость работы и смарт на практике. Диск без проблем определяется в биосе, его уже успели несколько раз включить и разбить на локальные диски, однако это не помешает его тестам. Первая программа Crystal Disk Info показывает стандарт передачи данных SATA-3, обороты, наработку и состояние. В Виктории визуально Smart более привычен.
HD-Tune показывает характерную кривую скорости чтения. Характерную, но за исключением выброса по скорости. Эти непродолжительные рывки в скорости не что иное, как скорость работы кэша. Максимальная величина на практике 425 МБ в секунду. В теории же, исходя из найденных данных, скорость кэша должна достигать 480 МБ в секунду. Ну и скорость доступа. Скорость в Crystal Disk Mark двумя разными файлами. В первом случае 50 МБ, а во втором 500 МБ. По результатам Crystal Disk Mark можно видеть скорость чтения мелких файлов. Это те, которые ниже первой строчки. Необычно высокую для винчестера в первом случае и более привычную во втором. Это легко объяснить. В случае с файлом для теста 50 МБ он вместился в объем кэша 256 МБ этого жесткого диска. А в случае с файлом для теста 500 МБ кэш не смог повлиять на замер, так как он был превышен и диск показал свои реальные скорости. Несмотря на выход видео только в августе, винт был куплен еще в январе, а тесты были произведены еще где-то в марте. Просто только сейчас я смог сделать данный обзор. Но в более позднем относительно покупки обзоре есть и плюс. Я могу с уверенностью сказать, что данный винт работает без проблем и на него нет жалоб. А эти 8 месяцев работы к моменту выхода видео дают понять, что какого-либо заводского брака, который должен был точно всплыть за такое время, не обнаружилось. Сам хард используется как место хранения, системным он не является, так как ось установлена на SSD. Емкость в винчестерах прогрессирует с каждым годом и уже достигла каких-то немыслимых высот, так как на данный момент существуют 14, 16 и даже 18 терабайтные жесткие диски. Но все равно что-то постоянно внедряется и разрабатывается. Конечно, для рядового использования все уже давным-давно есть и скорее всего будет переход на SSD, если потребуется именно скорость, так как на малых объемах разницы между SSD и винчестерами уже практически нет. Но на больших объемах разница ощущается серьезнее. Да и SSD более 8 терабайт пока и нет на рынке в доступе. Так вот, чтобы быстрее считывать огромные объемы, существуют винты, в которых используют два привода с головками, которые независимо друг от друга считывают и записывают на диск, что позволяет работать таким винчестером до 2 раз быстрее. И такие диски уже есть в продаже. Правда, и стоят они раза в 2 дороже в сравнении с обычными. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!